Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор овальной сумочки с ручками. Творческим людям и тем, у кого есть дети, наверняка понравится применение сумочек в качестве органайзера для карандашей. Так инструменты художника всегда будут в порядке. А если повесить сумочку на стену, удастся разгрузить пространство на столе, что даст художнику полную свободу действий. Сумочка пригодится даже рукодельницам. В умелых руках обычный предмет декора способен преобразиться в очаровательную игольницу, которая будет радовать своим интересным дизайном и выполнять очень важную функцию. Чтобы сделать квартиру уютнее, можно взять несколько декоративных сумочек, посадить в них миниатюрные растения и поставить на окно или возле рабочего места. На кухне таким образом можно разбить мини-огород и высадить в сумочке не цветы, а укроп или петрушку. Вот так выглядит сумочка. Вот с другой стороны. Вот такие ручки. Очень удобная. Красивый декор. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!